Вы знаете, что обозначает слово «возмездие»? Возмездие – это акт отмщения, это месть, осуществляемая любыми средствами. В данном конкретном случае это осуществит охуенная сволочь. Это я. Сколько себя помню, я всегда знал Томми. Он мой партнер. Это не значит, что мы гуляем, взявшись за руки. Это значит, я постоянно пытаюсь вытащить его из тех передряг, в которые он меня впутывает. Да что ты взъелся? Кто тебе насолил? Ты, блядь, мне насолил, Томми. Всего неделю назад я устраивал кулачные бои и радовался жизни. И вдруг, что я знаю о бриллиантах? Вроде бы их из Антверпена привозят, так? 86 карат. Где? В Лондоне. В Лондоне? В Лондоне. В Лондоне? Да. В Лондоне. Ну это там. Рыба, чипсы, чай, паршивая еда, отвратная погода. Мэри ебать, я в страху платил. Лондон. Это Дак голова. Дак притворяется евреем. Он хочет быть евреем. Ави, заткнись и сядь, долбоёб. Где камень? Где камень? Найди кого-нибудь, кто сможет украсть этот ёбаный камень. Ты знаешь этих мудаков, Эрл? Я знаю многих мудаков. Но таких охуенных тупых, как эти двое, не видал еще ни разу. Долбоёбы тупые. Значит, ты местный. Ну-ка, повтори еще разок. А вы что, вылупились, ёб вашу мать? Играй по правилам, и все будет как надо. Я знаю кое-чего, чего не знают другие. Вы ходите по охуенно тонкому льду, друзья мои. И когда лед треснет, то под ним вас буду ждать я. Ух, нихуя себе. Твоя девчонка еще и говорить умеет. Не нанимай на это дело идиотов. Это, блядь, зенитка. А почему его зовут «Хрен попадешь»? Да потому что в него хрен попадешь, Ави. Что делает пистолет у тебя в штанах? Для защиты. Для защиты от кого? От фашистов, что ли? Нас убьют до того, как мы успеем выйти из здания. Я, блядь, не колдун, я мертвых не оживляю. А, выпить. Сахар будешь? Эй, так сладкий. Но это уже перебор.